Владимир Першанин. Я бронебойщик. Истребители танков. Читает Константин Загадский. Предисловие. Март 1942 года. Осевший снег скрипел под локтем шинели. Массивное противотанковое ружье ПТРД, стоявшее в выемке брустеры, сейчас кренилась в одну сторону. Кажется, правая сошка от моей возни ушла слишком глубоко в снег. Ничего удивительного, играли нервы. Я – младший сержант Андрей Коробов, командир бронебойного расчета. Первый раз вступал в бой с вражескими танками. В шинели, несмотря на мороз, было жарко. Одинокий куст, который маячил на мушке, мешал целиться – Кроме того, елозил под дно окопа обледеневший валенок, не давая нужной устойчивости. До ближайшего танка, это был чешский Т-38, оставалось метров четыреста. Немного отставая, шел еще один чех. Вначале машины двигались прямо на окопы нашего отделения, состоявшего из двух противотанковых ружей и ручного пулемета Дегтярева. Командовал нами сержант Травкин, мой старый товарищ по учебному полку и недолгой службе в роте ПТР. Мы оба знали, что 400 метров — расстояние далековатое для наших ружей. Михаил махнул мне рукой, чтобы я не торопился. Я кивнул в ответ. Оба танка слегка довернули влево и устремились на позиции седьмой роты. Как не мудрили командиры, спешно строя оборону, но между батальонами явно обозначилось разряженное пространство — Немногочисленная артиллерия полка, батарея сорокопяток и батарея легких трехдюймовых пушек была в основном сосредоточена на флангах. Считалось, что основная линия обороны неплохо защищена пехотой и противотанковыми ружьями. Недавно поступило пополнение. Каски и стволы винтовок торчали через каждые несколько шагов. Пулеметов, в общем, тоже хватало. Хотя большой ли толк от новичков с гранатами и бутылками горючки, когда на них прут танки? Кажется, эти Т-38 пройдут мимо нас. Я ощущал, как сильно бухает сердце, а спина взмокла от ожидания. Оба танка двигались довольно быстро, стреляя на ходу из пулеметов и орудий. Если продолжат путь в этом направлении, их встретит огнем короткоствольная полковая пушка. Не бог весь какая защита, но все же артиллерия с бронебойными снарядами. Броня у Т-38 всего 25 мм. Полковушка возьмет его за полверсты. «Ну, катите, не сворачивайте!» Так загадывал я, и того же наверняка желали Михаил Травкин, наши помощники, и расчет Дегтярева во главе с Конопатым Суетливым, Родионом Шмыревым. Но оба танка вдруг круто развернулись выбросив на полном газу облако снежного крошева и дыма. Теперь, увеличив скорость, они шли прямо на нас. Чешские Т-38 считались легкими танками. На занятиях в учебном полку о них отзывались с пренебрежением, как и о большинстве вражеской техники. Пушка калибром всего 37 мм. Броня так себе, двигатель карбюраторный, работает на бензине, который легко воспламеняется. Однако я отчетливо ощущал, что даже 9 тонн головной машины сотрясают землю, а танки увеличиваются по мере приближения до огромных размеров. Звонко хлопнуло ружье в окопе сержанта Травкина. «Рановато, а потом будет поздно». «Стреляй!» — шептал мой второй номер Гриша Тищенко. «Раздавят они нас, и полковушка чего-то молчит». И совал мне под нос новый патрон, хотя ружье было заряжено. Я выдохнул и палец сам с собой надавил на спуск. Удивительно, но отдачи я не почувствовал, хотя она буквально отбрасывает стрелка назад. Куда ушла пуля, я не разглядел. Затвор открылся автоматически, выбросив дымящуюся гильзу. Тищенко сунул новый патрон и потянулся за другим. Танк отреагировал выстрелом из пушки. Снаряд взорвался с недолетом. Фонтан снежных комьев и свист осколков заставили нас пригнуться снова выпрямившись, оглянулись на окоп Михаила Травкина. Там плясали брызги мерзлой земли и снега. Пулемет с танка работал вовсю. Господи, куда же целиться? Разве это легкий танк? Целая громадина, окутанная вспышками огня. Немецкие танкисты сами показали цель. Делая быстрый поворот, ближний ко мне Т-38 повернулся боком. Я забыл наставления, плакаты, где красными стрелками указывались наиболее уязвимые места этих танков. В глаза бросились крупные и мелкие колеса, пружины, скопления лязгающих крутившихся деталей. Я вел огонь по вражескому танку впервые, но сыграли свою роль многочисленные занятия в учебном полку, а особенно появившееся откуда-то чутье «Бей сюда». Зеленый огонек трассера рассыпался искрящимися брызгами между задних колес. Танк прошел несколько метров, не сбавляя скорости. Но в ходовой части что-то хрустело, лопалось, отвалилась небольшая железяка. Машина вдруг остановилась, как вкопанная. Дернулась, сумела проползти пару метров и замерла на месте. Сразу с удвоенной силой заработали оба пулемета. Захлопала пушка в лихорадочно вращающейся башне. «Пей «Э, еще!» — кричал помощник Гриша Тищенко. Снаряд взорвался совсем рядом, забив уши звоном, на голову обрушился ком снега. Невольно нырнули в окоп, а когда высунулись, увидели танк дымит. Башня уже не вращалась, виднелась пробоина от снаряда, а из люков лезли танкисты. Они сделали это вовремя, Полковая трехдюймовка всадила еще один снаряд в башню и очередного танкиста буквально вышвырнула наружу. Глухой шлепок, и тело неподвижно замерло на земле. Это был враг, но от такого смертельного шлепка мне стало не по себе. Тело переломало и сплющило. Сорванная круглая каска звеня катилась по льду. «Наш танк добивают!» — возбужденно кричал Гришка. «Второй идет!» До второго Т-38 оставалось не больше сотни метров. Было непонятно, как быстро он сближается с нами. Из-под гусениц летели фонтаном мелкие крупные комья снега, перемешанного с прошлогодней травой. Я выстрелил, не успев толком прицелиться. Расчет Травкина и пулеметчики уже нырнули в окоп следом мы с Тищенко. В тот период еще не было принято рыть траншеи. Большинство бойцов сидели в своих индивидуальных окопах. Принять какое-то коллективное решение не было возможности. Господи, как он ревел, этот Т-38, перемахивая через окоп Миштравкина. Не, это не легкий танк, а громадина, от которой трясется земля, внутренности, и хочется забиться в нору поглубже. В нише лежало штук шесть противотанковых ракет, РПГ-40, знаменитые ворошиловские килограммы, каждая весом 1200 граммов, по заверениям командиров, способные проломить днище немецкого панцера или разорвать гусеницу. Но я и Гришка про них забыли. Клубился дым отработанного бензина. Мотор урчал и ревел, словно пожирал кого-то. Трещали пулеметы. Я все же высунулся и увидел, как танк вращается, вминая гусеницами окоп Травкина и его помощника. «Он же их раздавит, сплющит!» Я, наконец, вспомнил о гранатах. Ниша, где они лежали, обвалилась. Нашарил одну из них, вытера рукав, отогнул усики и выдернул кольцо. Теперь тяжеленная РПГ-40 конструкции Пузырева становилась опасной, как гадюка, и могла взорваться при малейшем толчке. Надо срочно бросать, но для этого необходимо встать во весь рост, считая под пули. Чтобы решиться на это, понадобилось 5-6 секунд. Еще мне показалось, что я слышу крики о помощи. Миша Травкин был родом из-под Пензы, почти земляк, и сейчас эта железная паскуда убивала его. Танк лупил сразу из двух пулеметов и не давал много времени, чтобы хорошо прицелиться. И все же я швырнул РПГ изо всех сил, даже привстав на носок. Башня с массивным командирским люком и пулеметом справа от пушки крутанулась в мою сторону мгновенно. Ствол пулемета, у них ленты по 250 патронов, сверкал непрерывными вспышками. Я успел брякнуться на дно окопа, следом полетел сметенный густой трассой бруствер. Не знаю, кто командовал этим Т-38. Наверное, какой-нибудь ушлый фельдфебель, хорошо повоевавший. Моя граната, не долетев метров трех, все же встряхнула танк. Он сумел бы достать меня из своего орудия, но краткоствольная полковая пушка калибра 7,6 мм, которая подожгла первый танк, показалась немцу более серьезной опасностью, чем загнанный в окоп долговязый русский сержант. Он вложил в нее два снаряда. Пушку встряхнуло, раскидала расчет. Но калибр танкового орудия был слишком мал. Снаряд весил всего 650 граммов. Чтобы вывести из строя полковую трехдюймовку, требовалось прямое попадание. Немецкий механик-водитель, забыв про все, яростно крутил машину, смешиваясь с землей окоп сержанта Травкина и его помощника. Торчало согнутое пополам противотанковое ружье. Немец слишком увлекся, желая раздавить, намотать на гусеницы тела русских. На какое-то время танк стал неподвижной мишенью и вполне мог поймать снаряд из поврежденной, но еще способной вести огонь полковушки. А тут еще сержант, то бишь я, который мог бросить следующую гранату. Это понял командир танка и заставил механика оставить в покое уже раздавленный окоп. Машина тяжело выползла из месиво размочаленной земли и снежной каши. Ненависть немецких танкистов невольно передалась мне. Я отыскал еще одну гранату и, очистив ее от грязи, приготовился бросить, не задумываясь, долетит она до цели или нет. В этот момент чертов Т-38 все же всадил фугасный снаряд точно в щит нашей пушки. Ее подбросило, разорвало, как картонный щит, раскидал остатки расчета». Я швырнул гранату, но экипаж Т-38 не дал мне даже размахнуться. Башня мгновенно развернулась в мою сторону, а пулемет обрушил плотным пучком пуль остатки бруствера. Из окопа неподалеку вел огонь станковый пулемет, отсекая пехоту. Танк разбил его двумя выстрелами из пушки. Я чувствовал всем телом, что сейчас немец движется к нашему окопу. Тщательно шарил в рыхлой земле пополам с снегом, пытаясь отыскать еще одну гранату. Гриша Тищенко смотрел на меня полуобморочными глазами и ничего не соображал. Но Т-38 почему-то обошел нас стороной. Возможно, фельдфебель приказал механику, не приближайся к этой норе, а то словим гранату или бутылку с молотовским коктейлем. Пехота их добьет. Но, глядевшись вокруг, танкисты увидели, что дела обстоят не так удачно, как они рассчитывали. На левом фланге атаку отбили. Там дымил более мощный танк Т-3 с поврежденным двигателем и пробоиной в башне. Его буксировал подальше от русских позиций другой Т-3, а бронетранспортер «Ганамак» пятился, огрызаясь огнем из двух своих пулеметов.